Тетя, я плохой человек. Что за слова, дочка? Я такая же, как папа, не так ли? Я тоже, как и он, никого не люблю. Не говори ерунду, Эйшан. Разве ты не любишь меня? Сказать тебе кое-что. Может, Бахар, это отговорка? Может, я убила в себе все хорошее? Послушай меня. Посмотри-ка мне в глаза. Если мы совершаем что-то плохое, это не значит, что в нас умирает все хорошее. Это голос твоего отца, и хватит прислушиваться к нему. Но он не смолкает. Не смолкает. И что он говорит? Извини за такие слова, но что говорит тебе этот мерзавец? Он говорит, что любовь — это слабость. Он говорит, что правила игры таковы, что тот, кто любит тебя, становится твоей жертвой. Он говорит, что надо убить в себе любовь. Вот что я тебе скажу. Посмотри на него и скажи: я неплохая. Кому я скажу, тетя? Я ни с кем, кроме тебя, не могу поговорить об этом. Я виновата. Ты ничего не поняла. Послушай, время пришло. Не слушай отца. Скажи кому-нибудь, признайся. Попроси прощения, дочка. И отправиться в тюрьму? Если я скажу, меня посадят. Дочка, детка моя, ты и так как в тюрьме. Но ключи от твоей камеры у меня. Когда меня не станет? Тетя, кто спасет тебя? Когда меня не станет? Скажи, Эйшан, я прошу тебя, выйди наконец из этой тюрьмы. Медсестра, помогите! Любить значит противиться неизбежному концу. Но любить, зная об этом конце, и любить, несмотря на конец. Джан? Папа? Любовь как возврат в прошлое. Шаг за шагом, как обратный отсчет до нуля. Как будто вы закрываете глаза в последний раз. И находитесь в ловушке от этой любви. Эзель? Что ты здесь делаешь? Я был у тети Мелихи. А ты? Как странно. Ты здесь? Судьба. Ты же не верил в судьбу. Я не верю, что судьба разводит людей. Но я верю, что она сводит их. А те, кто между? Тоже судьба? Или они в наших руках? Нет. В нашей власти только те, кто не с нами. Понимаешь? Поэтому ты не отвечаешь на мои звонки. Ты говорил, что когда мне понадобится твоя помощь... Ну ладно. Оставлю тебя наедине с твоей судьбой. Эйшан. Не уходи.
Чего ты хочешь от меня, Эзель? Я хочу, чтобы ты осталась. Не уходи сегодня. Ты в порядке? Нет, Айшан. Я не в порядке. Я принял сложное решение, Айшан. Возможно, сделал что-то плохое. И мне плохо. Плохо от того, что я ни с кем не могу поделиться. Возможно, я сделал что-то плохое. Все в порядке. Все в порядке. Что я делаю, Эйшан? Всевышний, что я делаю? Это я что делаю? Мы познакомились недавно. Почему мне кажется, что я знаю тебя вечность? Почему, когда что-то случается, я хочу, чтобы ты был рядом со мной? Почему ты мне кажешься таким знакомым? Почему мне хочется прикоснуться к твоим рукам? Почему меня к тебе тянет? Прошу тебя, скажи правду. Ты не испытываешь этого, да? Скажи, что нет. Умоляю, скажи, что нет. Нет. Хотя я испытываю к тебе что-то с тех пор, как увидел впервые. У меня есть чувство к тебе. С тех пор, как увидел впервые? Да, Эйшан. С тех пор, как увидел впервые. Папа, я не ты. Я не буду такой, как ты. Я не буду такой, как ты. Ты слышишь меня? Я неплохой человек. Прошу, замолчи, наконец. Оставь нас в покое. Оставь нас в покое. Я не могу. Не могу, дядя, пойми. Али продал меня из-за денег. Он выстрелил в человека.
подставил меня и пообещал расправиться с моей семьей, если я хоть словом об этом обмолвлюсь. Али – убийца. Он заслуживает смерти. Но есть другой Али. Али, который был моим братом. Человек из моей прошлой жизни. Он оберегал не только мою жизнь, но и честь, и достоинство. Есть еще один Али, дядя. Я никогда не рассказывал тебе о нем. Он пытался защитить меня, когда набросились собаки. У него на руке до сих пор есть шрам. Есть другой Али. И я не могу забыть об этом. Есть один Али. И другой. И их двое. Я не знаю, как мне быть. Подскажешь что-нибудь? Ты должен либо ненавидеть, либо любить. Если будешь пытаться одолеть обоих одновременно, расколешься пополам. Я не могу. Не могу, дядя. Если ты не можешь, дай. Дай приказ. Остальное не твое дело. Ты не можешь, а я смогу. Я. О чем они говорят? Обо мне. Они говорят обо мне. Я скажу тебе о том, где это произойдет. Хорошо. Я скажу тебе о том, когда это произойдет. Хорошо, дядя. Ты снимаешь курок, но Али убиваю я. Хорошо, дядя. Эйшан. Эзель?
Говори, Камиль. Скажи, что я поступаю неправильно. Посмотри на меня строго, как всегда. Скажи, что ты хотел вернуться к сыну после... после окончания этого дела. Скажи, что я причиняю боль всем, кто находится рядом со мной. Скажи, что я помешался на месте. Скажи, что я обманываю тех, кого люблю. Скажи, что в тебя стрелял не Али. Скажи. Скажи, что я выстрелил в тебя. Скажи что-нибудь, Камиль. Скажи, но не молчи. Скажи все, что у тебя на душе. Камиль. Дядя. Начнем. Дядя, а если он передумает? Ему нравится Али. Он сможет это сделать? Если он не сможет, то другому человеку предстоит потрудиться вместо него. Стамбул, 2009 год. Эзель, ты думаешь, он справится? Давайте проголосуем. Ну что ты? Просто он никого не сможет обмануть. Было 3 года для обучения, но человек с наметанным глазом сразу поймет, что у него на уме. Ты знаешь, что я об этом думаю. Обучай сколько хочешь, но этот человек не на нашей стороне. Почему? На его руках кровь, как у Али. Я видел много людей, таких как он. Ты много сделал для него, но он прольет кровь не ради тебя, а ради Али. Не забывай об этом. Я надеюсь именно на это. Тефик! Тефик, ты готов? А что с голосованием? Разве мы не против? Хочешь о чем-нибудь спросить? Нет, не переживай. Я не подведу тебя. Ты, выйди вперед. Как звать? Тефик. Тефик Заим.
Идем со мной. Спасибо, Алибей. Я не подведу вас. Постарайся, Тэфо. Сделай одолжение. Я уже иду. Не волнуйся, дядя. Эзель, ты куда? Останься с Камилем. Каждый из нас пытается избежать неизбежного. В этот раз мы надеемся. В этот раз мы спасемся. Брат Али, мы не смогли уладить. Еще кое-что. Есть слухи, что этот старик Рамис идет по твоему следу. Убирайся отсюда! В этот раз мы ничего не упустили, чтобы свести счеты. Мы ничего не боялись. Мы рисковали. Но мы оглядывались назад так долго, что слишком поздно увидели то, что перед нашими глазами. Все мы. Друзья, враги, все мы решили избежать неизбежного. Мы готовились. Али!